Всем здравствуйте. Яблочко. Все мы знаем, что яблоки это вкусно и полезно, да? Но не все знаем, что яблоко нужно чистить, а не просто мыть. Хорошо, давай помоем. Открываем. Моем. Мы его тщательно помыли. Прям хорошо. Давай с этой. Все. Еще этой. Так вот помоем мы его. Ну все. Яблочко помыто. Вот оно такое красивое у нас, да? Но оно почему-то липкое. А почему оно липкое? Ну липкое, липкое. Мы его вытерем. Но все равно липкое. Мы его пошлифуем, и оно у нас заблестит. Вон как. Блестит. Блестит. Сейчас мы пойдем с ним еще одну манипуляцию проведем. Ну что, продолжим. Берем зажигалку. Я не знаю, видно, не видно, но мне видно, как плавится, прям как заблестело все. Что-то плавится. Не знаю, видно, не видно. По-другому. Берем ножик. Начинаем просто чистить яблочко. Так. Раз. Два. И пошло дело. Как вам вкусные яблоки? Как мы говорим? Помой ребятишкам яблочко. Помыли. Если съел одно, а если их несколько штук съедают, это все мы внутрь. Ну и как вы думаете, это полезно? Пожалуйста. Кушайте на здоровье. Завоняло чем-то. Сейчас собрал свою еще больше. И еще можно насобирать. Так что, кто хочет яблочко кушать, я лично вот так кушаю. Начинаю просто его чистить тупо.
ну и так далее. Все, всем пока, всем здоровья.